В Ульяновске прошел концерт, посвященный предстоящему Дню Победы. В нем в качестве исполнителя принял участие священнослужитель Симбирской епархии. А почетным гостем стал митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Подробнее о репертуаре расскажут наши ульяновские коллеги. Песни фронтовых лет. Мало найдется тех, кого бы они оставили равнодушным. На этот раз они звучат на главной сцене Ульяновска-Симбирска в мемориальном центре. Большой сводный концерт ко Дню Победы приготовили сразу два именитых коллектива губернии. Хор студентов и преподавателей Ульяновского госуниверситета под руководством Ларисы Филяниной и Ульяновский государственный академический симфонический оркестр под руководством Дмитрия Руссу. В качестве вокалиста в концерте принял участие и иеродиакон Владимир Селиванов, клирик Спасо-Вознесенского кафедрального собора. Среди почетных гостей – архипастырь Симбирска, митрополит Анастасий. Ему эти песни близки, он помнит их все еще ребенком. Также слушателями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда. Во время исполнения песен «Бухенвальдский набат», «Дороги», «Журавли», «Темная ночь» и «Смуглянка» фронтовики не сдерживали слез. После концерта благодарные зрители провожали исполнителей овацией, признаваясь, подобных эмоций они не испытывали давно. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.